Там что-нибудь Константина еще вышло? Однажды на Ютубе вышло. Справа от меня исполнитель главной роли в сериале «Законы Дикого Запада» Рик Далтон. А слева от меня его дублер Клифф Бут. Итак, Рик, расскажите зрителям, чем именно занимается дублер. Актерам приходится исполнять опасные штуки. Клифф помогает им нести эту тяжкую ношу. Вы согласны с этим утверждением, Клифф? Что, нести его ношу? Да, как-то. Однажды в Голливуде смотрел. Тоже заебись. Руки — смертельное оружие. Если я случайно в драке тебя прикончу, то сяду в тюрьму. Да кого угодно посадят, если он прикончит человека. Убийство называется. Заебись, блин. Однажды в Голливуде. Снято! Ты самый крутой актер, которого я видела в жизни. Спасибо. Эрик, чертов Далтон. Заебись, блядь. Хорош, Константин, хорош. Хорош, это было неплохо, это было неплохо. Особенно финал охуенный, да? Прям подобрал так, заебись. О, чат. Однажды на Ютубе, однажды на Твиче, скорее всего. На самом деле, и то, и то. Зачет, да, конец вообще хороший.